Торт, приготовленный своими руками, всегда самый вкусный. И сегодня я хочу поделиться рецептом торта из печенья и фруктов, который оценит и полюбит вся ваша семья. А если вы ждете гостей, этот десерт – отличный вариант, так как его приготовление требует минимум времени, а результат просто не сможет никого оставить равнодушным. Для приготовления торта нам понадобится печенье 300 грамм, сметана 400 грамм, 200 грамм творога, 1 стакан молока, 100 грамм сахара, грецкие орехи, 2 банана и 2 киви. Для крема необходимо смешать творог, сахар и сметану. Если под рукой не окажется блендера, сахар можно заменить сахарной пудрой. Бананы нарезаем кружочками, а киви – дольками. Теплое молоко наливаем в чашку, так чтобы было удобно опускать печенье. И начинаем выкладывать первый слой. Для этого каждую печеньку опускаем в молоко и сразу выкладываем на блюдо. Торт может быть просто квадратным. Если форма круглая, как у меня, можно разрезать печенье по диагонали и образовавшимися треугольниками заполнить углы. Выкладываем часть творожного крема. Поверх крема выкладываем бананы и посыпаем орехами. Повторяем слой с печеньем и кремом и выкладываем поверх киви. Затем повторяем слой с печеньем, кремом, бананом и орехами. Последний слой мы также покрываем кремом и украшаем. Для этого несколько печенек измельчаем в крошку и смешиваем с орехами. Также торт можно украсить шоколадной крошкой или фруктами. Вот такая красота получается. Никто не догадается, что торт из печенья, пока вы не раскроете секрет и не поделитесь рецептом. Обязательно попробуйте приготовить. Приятного аппетита!